Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность еще одного первого заместителя главы 33-го региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что указ о его назначении подписан 19 ноября. И с сегодняшнего дня Максим Брусенцов пока с приставкой в Рио приступил к исполнению своих обязанностей. Новый первый зам пришел на место Алексея Конышева. О новом человеке в областной власти известно, что он кандидат экономических наук, закончил университет по специальности финансы и кредит, работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Тюмени и Москве. С приставкой в Рио он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областном законодательством порядке. Курировать он будет экономику, промышленность, строительство, туризм. Предыдущая должность перед назначением в администрацию Владимирской области – руководитель ГУП управления промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства. Добавим, что за последнюю неделю это уже второе назначение областного чиновника в ранге первого вице-губернатора. Ранее Владимир Сипягин назначил Александра Байера, временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Байер пришел на место Лидии Смолиной. Обе кандидатуры теперь должны пройти процедуру согласования с депутатами ЗАГС Собрания области. Только после этого в их должностях перестанет фигурировать приставка в Рио. И сегодня же стало известно, что Белый дом покинул Александр Лобаков, вице-губернатор из команды Светланы Орловой. В областной администрации он контролировал управление по социально-хозяйственному обеспечению, протокольно-организационное управление и управление по работе с обращениями граждан. Лобаков подал в отставку добровольно. От занимаемой должности он освобожден указом губернатора с 20 ноября. Таким образом, из старичков в составе обладминистрации остались только первый зам Вячеслав Кузин, который руководит департаментом финансов еще со времен губернатора Виноградова, и зам по сельскому хозяйству Александр Трутнев.